интересный проект под названием MobaCoin. MobaCoin – это цифровая валюта и основа для Moba Exchange. Что же такое MobaCoin? Давайте ознакомимся. То есть еще раз, это цифровая валюта, которую создали как токен, которая будет, ну, скажем так, основной валютой на Moba Exchange. MobaCoin будет разработан с использованием контракта эфира ERC-20, да, и каковы же будут функции у данного токена. MobaCoin был создан для того, чтобы использовать его в качестве глобальной цифровой валюты, которая может использоваться всеми пользователями криптовалюты в мире. MobaCoin также создается в качестве основы для обмена в будущем на бирже MobaCoin. Вот, и MobaCoin будет основной испар на сайте Moba Exchange. Она будет использоваться для покупки цифровой валюты на данной бирже, да, и, скажем так, для снижения комиссии. Каковы же силы блокчейна и преимущества токенизации, да, то есть как бы про проект немножко описано у них на сайте, то есть мы видим, что они описывают блокчейн, то есть это новая технология, которая быстро растет, да, и они решили создать свою биржу для торговли непосредственно токенами, ну, скажем так, непосредственно токенами, да, вот, и для этого они сделали свой токен MobaCoin, который дает большие плюсы и выгоды. Тут непосредственно на сайте они описывают, что такое ERC-20, что такое блокчейн и так далее. То есть, и мы видим, что команда, в принципе, да, делает хорошую биржу. И давайте посмотрим немножко про нее. То есть Moba Exchange — это специальная биржа с двумя функциями одновременно. А именно, это будет торговая площадка и непосредственно криптовалютный обмен, где можно будет купить предметы первой необходимости. MobaX будет использоваться MobaCoin в качестве основного обмена, скажем так, да. Вот. А почему мы должны выбрать непосредственно эту биржу MobaExchange? То есть плата, скажем так, когда MobaX будет открыт, да, нет дорогих сборов, то есть будет все довольно-таки дешево, сделают очень низкую комиссию и сделают очень низкие первоначальные взносы. I just wanna be the one you love.